Краснодарский аэропорт ежедневно принимает сотни туристов, заезжающих в город по пути на Черноморское побережье, приезжающих в командировке и в гости к друзьям или родственникам. На выходе из аэровокзала гостей города встречают предприимчивые таксисты, предлагающие свои услуги по ценам, превышающим в разы среднее по городу. О том, как правильно спланировать маршрут в аэропорт Краснодар на такси и других видах транспорта, рассказано в этой статье. Международный аэропорт Краснодар расположен в Пашковском микрорайоне Карасунского округа на улице Бершанской, 355. Это второй по величине аэропорт на юге России с пассажиропотоком до 4 миллионов человек в год. Пропускная способность авиалинии составляет 1700 пассажиров в час. Аэропорт способен принимать самолеты современного типа, которые осуществляют перевозки по 30 международным и 26 внутренним направлениям. Как добраться в аэропорт Минска на автобусе и такси, расстояние от аэропорта до центра города составляет 12 километров и при благоприятной ситуации на дорогах его можно преодолеть за 25 минут. В период часов пик с 8 до 10 утра и с 6 до 8 вечера время в пути может достигать 60-80 минут. Обратите внимание, по итогам 2017 города Краснодар вошел в тройку городов России с самыми большими автомобильными пробками на дорогах. Водители города проводят в пробках в среднем 56 часов в год, уступая по этому показателю только жителям столицы. Попасть в центр испашковского аэропорта можно общественным транспортом, на такси, воспользовавшись трансфером. Общественный транспорт. Общественный транспорт из аэропорта курсирует ежедневно. Первый рейс отправляется в 5 часов 50 минут, последний в 23 часа 15 минут. Расписание автобусов из центра Краснодара в аэропорт Краснодар-Пашковский и обратно вывешено на конечных остановках. Цена на билет составляет 26 рублей. Звездочка при наличии багажа придется оплатить еще одно место. Остановка находится за парковкой, неподалеку от выхода из аэровокзала. Здесь останавливаются троллейбус, автобус и маршрутный такси. Троллейбус. Троллейбус Н-7 ежедневно курсирует от железнодорожного вокзала Краснодар-1 по улицам Мира, Седина, Ставропольская, Трамвайная, Мачуги, Фадеева, Бершанская, Конечная. Движение троллейбуса производится от ЖД вокзала с 6 часов 3 минут до 22 часов 22 минут по будням и с 6 часов до 22 часов 52 минут по выходным дням. От аэропорта с 6 часов 3 минут до 23 часов 15 минут по будням и с 6 часов 3 минут до 23 часов 40 минут по выходным. Важно, от конечной остановки аэропорт Краснодар, начиная с 21 часа 32 минут по будням и 22 часа 5 минут по выходным дням все троллейбусы отправляются в депо до конечной остановки, супермаркет Табриз, улица. Ставропольская 213. До 21 часа 30 минут интервал движения троллейбусов составляет 12 минут. С 21 часа 30 минут 30 минут. Маршрутные такси. Из аэропорта в город и обратно ходит 3 маршрутных такси. На 53 маршруте до центра можно добраться за 40 минут. Микроавтобус проследует по улицам Мира, Суворова, Вишняковой, в обратном направлении, Ставропольская, Трамвайная, Мачуги, Почтовая, Крупской, 1 Мая, Фадеева, Аэропорт, Конечная. Движение производится ежедневно с 5 часов 50 минут до 22 часов со средним интервалом 15 минут. Маршрутка 30 отправляется ежедневно с 7 до 22 часов 30 минут по направлению Красноармейская, Гоголя, туда Пушкина, обратно, Седина, Ставропольская, Трамвайная, Мачуги, Бородинская, Крупской, 1 мая, аэропорт Краснодар. Маршрутка 7 проследует по всем центральным улицам города, Ярославская, Репина, проезд Репина, обратно, Стахановская, туда, Лазара, обратно, Дзержинского, обратно, шоссе Нефтяников, Красная, Северная, Ялтинская, Селезнева, Сормовская, Тютчева, Уральская, Сормовская, Дзержинского, Карасунского. 1 мая, Пашковский, Фадеева, аэропорт Краснодар, график отправления, ежедневно в 6 часов 30 минут, последний рейс в 22 часа 30 минут средний интервал движения 15 минут. Обратите внимание, многие справочники до сих пор выдают 15 маршрут, как способ добраться до аэропорта, однако он был закрыт в июле 2017 года с целью оптимизации движения в городе. Автобус. Городских автобусов, заезжающих в аэропорт, не существует, они были полностью заменены маршрутными такси. Автобус 108 является пригородным. Он отправляется из станицы Динской. Автобус следует в Краснодар по автодороге М4 Дон, заезжает в аэропорт Краснодар и далее направляется по улицам Фадеева, Мачуги, Трамвайная, Ставропольская, до пересечения с улицей Стасова. Издинское отправление происходит ежедневно с 7 часов до 18 часов 20 минут, в обратном направлении с 7 часов 30 минут до 20 часов. Обратите внимание, несмотря на удобное расписание и доступность, общественный транспорт мало приспособлен для комфортного путешествия. Отсутствие кондиционеров, переполненный салон и давка, способны существенно испортить настроение туриста. Такси. Передвижение на такси подойдет для путешественников, пребывающих ночью, с большим количеством багажа, детьми или просто желающих избежать лишних хлопот, связанных с передвижением на общественном транспорте. В городе работает более 20 лицензированных перевозчиков такси. Надежнее пользоваться услугами именно таких компаний. Заказать машину можно позвонив в диспетчерскую службу, онлайн через сайт или через мобильное приложение, например, Яндекс или Тап Такси. Большинство перевозчиков сразу сообщают фиксированную стоимость поездки. Добраться из центра города в аэропорт можно в среднем за 475 рублей. Звездочка период ожидания машины составит от 5 минут. В здании аэропорта находится диспетчерский пункт аэропорт такси «Краснодар» 5 семерок. Это официальное такси аэропорта, водители выдают квитанцию по окончанию поездки, что очень удобно для командировочных. Добраться в центр на этом такси получится за 525 рублей. Звездочка «Трансфер». Услуга трансфера заказывается заранее и ее стоимость будет фиксирована независимо от ситуации на дороге. Это наиболее удобный способ добраться до местоположения. Недостатком является его стоимость. Трансфер до центра города обойдется минимум в 900 рублей. Звездочка, что на 500-600 рублей. Звездочка дороже стоимости такси. Как добраться в аэропорт Владивостока к Невичи на автобусе центральной улицей города является улица Красная. На ней и прилегающих улицах расположены административные здания, основные достопримечательности и общественные заведения. Доехать с улицы Красной до аэропорта можно примерно за 40-60 минут. Стоимость проезда составит 26 рублей. Звездочка на маршрутке и от 390 рублей. Звездочка на такси. Автобусная остановка находится на пересечении с улицами офицерская, кинотеатр Аврора, Гаврилова, Одесская, Дом Союзов, Хакурате. С пересадкой можно доехать по одному из следующих маршрутов, пройти один квартал вперед на параллельную улицу Комунаров где сесть на трамвай 5,8. На остановке, улица. Павлова, пересесть на маршрутное такси 30-53, доехать до конечной остановки, аэропорт. Пройти пешком на остановку на пересечении улиц Коммунаров и Северная. Сесть на маршрутное такси 77, доехать до остановки, Краевая. Пересесть на автобус 108 или 176А, на котором добраться до конечной остановки, Аэропортовская. Пройти пешком 620 метров до здания аэропорта. Сул. Красная на маршрутном такси 31, 40 до ТК Лента. По восточному обходу пройти пешком 1,3 километра вперед по направлению к улице. Бершанской, где повернув налево дойти до конца маршрута. Железнодорожный вокзал Краснодар-1 вольт В центральной части города расположено два вокзала, Краснодар-1, принимающий авто и железнодорожный транспорт дальнего следования и Краснодар-2, обслуживающий пригородное сообщение. Доехать до аэропорта с вокзала Краснодар-1 можно за 50 минут на троллейбусе 7 или маршрутных такси 30 и 53. Городское такси доставит до места назначения за 39 минут. Стоимость поездки начинается от 390 рублей. Звездочка от станции Краснодар 2 до аэровокзала добраться можно по тем же маршрутам, что и с улицы Красная. Пригородный вокзал находится в третьих минутах ходьбы от главной улицы города. Поездка на такси займет около 40 минут, средней стоимостью 430 рублей. Звездочка. Проехать на машины в аэропорт в зависимости от местоположения, загрузки дорог можно по одному из вторых маршрутов, через центр по объездной автодороге, по Ростовскому шоссе до съезда на автодорогу М4 Дон в сторону аэропорта через южный обход припарковать машину можно на круглосуточных платных стоянках на территории аэропорта и бесплатной, в 250 метрах от аэровокзала. Въезд на территорию осуществляется через паркомат. Первые 15 минут на территории не оплачиваются. Этого времени хватит, чтобы высадить пассажира и покинуть территорию. С 16 минуты начинается почасовая оплата 250 рублей. Звездочка первый час и 100 рублей. Звездочка со второго часа. Оплата производится через терминал около троллейбусной остановки. Заехать на бесплатную парковку можно, повернув с автодороги М4 дон по указателю Промзона на улицу Бершанской. Кроме того, в аэропорту имеется посуточная парковка с тарифом 600 рублей. Звездочка и дополнительная парковка на 90 мест с почасовой оплатой. Стоимость стоянки 150 за первый час и 100 рублей. Звездочка за каждый дополнительный час. Краснодар, является столицей Кубании, несмотря на то, что в крае есть еще два аэропорта, по многим направлениям улететь можно только отсюда. В Пашковский аэропорт приезжают жители Армавира, Славянска на Кубани, Кропоткина, Новороссийска, Анапы, Тимошевска, Горячего Ключа, Лабинска и других городов и поселений края. Кроме того, услугами аэропорта пользуются жители соседних регионов, Республики Адыгея и Крым, Ростовской области и Ставропольского края. На заметку, быстрее и удобнее доехать до города будет на личном транспорте или такси. А можно отправиться на автобусе, электричке, поезде до ЖД или автовокзала, откуда добраться до аэропорта одним из вышеперечисленных способов. Рассмотрим наиболее популярные направления. Новороссийск. Новороссийск находится в 165 километрах от Краснодара. Доехать до города можно на электричке, скоростном поезде, ласточка, или на автобусе. В курортный сезон, поезд станет оптимальным вариантом. Добраться на нем можно всего за пару часов, а стоимость билета составит 430 рублей. Звездочка в этих же пределах будет стоить передвижение на автобусе, однако время в пути увеличится до 3 часов 25 минут, а высокий сезон может достигнуть 4-5 часов. Поездка на автомобиле займет 2,25 часа, проехать нужно 159,1 километра по автодороге А-146 через город Крымск. Трансфер на такси обойдется примерно в 3300-4000 рублей. Звездочка Геленджик. У Геленджика нет железнодорожного сообщения с Краснодаром, поэтому передвигаться придется по автодорогам. Расстояние от центра Геленджика до автовокзала Краснодара составляет 170 километров. Между городами ежедневно курсирует 14 прямых и более 20 проходящих автобусов со средним интервалом 30 минут. Стоимость билета по маршруту автобус Краснодар-Аэропорт Краснодар от 420 рублей. Звездочка передвижения на автобусе займет от 4 до 6 часов. Трансфер на такси обойдется в 3600-4400 рублей. Звездочка дорога на автомобиле займет от 2,5 часа. Передвигаться нужно по трассе М4 вдоль побережья и через город Горячий ключ. Армавир. Автобусом из Армавира в Краснодар можно добраться в среднем за 4,5 часа. Цены на билеты от 490 рублей. Звездочка большинство автобусов идут транзитом из Ставрополя и Северокавказских республик. Билеты на такие рейсы продают по факту наличия свободных мест. Поэтому лучше приобрести билет на один из четырех прямых автобусов заранее. Такси обойдется в 4405500 рублей. Звездочка, доехать на нем можно за 2 часа 48 минут. Примерно столько же времени понадобится при передвижении на автомобиле. Длина маршрута 208 километров. Путь пролегает через город Усть-Лабинск. Симферополь. Важно, с открытием Крымского моста в мае 2018 года, добраться из Симферополя в Краснодар стало возможно без пересечения Керченского пролива на пароме. По мосту уже ежедневно курсируют прямые и транзитные автобусы. Стоимость билета от 1200 рублей. Звездочка. Время в пути 9-11 часов. На автомобиле нужно преодолеть расстояние в 460 километров, что займет не менее 8,5 часа. Выбирая маршрут из аэропорта в центр Краснодара и обратно, нужно ориентироваться только на желаемый уровень комфорта и время вылета самолета, общественный транспорт обойдется дешевле, а такси подойдет для передвижения ночью. В любом случае, при планировании времени выезда, нужно закладывать минимум полчаса возможных простоев в пробках на дорогах звездочка цены актуальны на июль 2000